память закончилась, я перегрузил сейчас. Посмотрим этот, грецких орехов. Немножко пошилкаем, короче. Ага, он все точки знает, где у меня ключ спрятан. И т.д. и т.п. короче. Да, я возьму. Конверти, посмотрим, что там с грецкими орехами у нас творится. Это фундук, ребята. Огромнейшее дерево, огромнейшее. Еще мой отец сажал. Царствие всем отцам, ребята, кто оставил нас. Как-то так вот. Да, наводчик прям как-то подозрительно подкашливает. Сейчас. Ага, он мне предлагает тут все срезать к чертовой папочке и говорит этот. И маленький этот карликовый эти сажать, как его, блин. Грецкий орех карликовый. А, вот, ребята, я вам покажу сейчас германскую бушмалу, которую я прививал, ребятушки, на айву. Смотрите, вот это айва. Видите, да? Вот даже вот листья, вот смотрите, сравните. Ага. Ага, о, научу. Не, руссо туристу акваминерале. Не трогаем, не трогаем. Это для Кэти. Тебе, может, одна достанется. Видите, да? Смотрите, ребята, даже мороз за это самовал его, но все равно не этот. Вот смотрите, место прививочки, ребятушки. У меня всегда, блин, что-то получается. Видите, да? Эх, ребята, вот здесь мой покойный отец прививал когда-то, ребята. Она все осталась. Видите, да? Она прям, смотрите, как она старая уже. Но я не трогаю, ребятушки, чтобы... Ну, память он отце всегда есть, ребята, естественно, и т.д. и т.п. Но когда смотришь его рук творение, да, ну, не знаю, как-то приятно, короче, становится. Как-то так вот. То есть, вот она, это айва, и на айву я привил мушмалу германскую. Ну, почему германская, я не знаю, а не грузинская, блин, я офигею. То есть, рассказываю маленькую историю, ребята. Это оккультуренная, оккультуренная. А в лесу растет дикая. Дикая, ребятушки, оно повкуснее. Оно мельче, но оно повкуснее. Как этот, маленький да удаленький, понимаете, да? Вот как-то так вот. Вот такие вот пироги. Вот здесь я инжир прививал. Ну, что-то я не знаю, короче. Ну, посмотрим, что будет. Ну, наводчик орешки ищет. Такие вот пироги. Как-то так, короче. А ну-ка посмотрим. А я грецкий орех еще прививал. Да она, а ну. Да, ну не прячься. Вот видите, почка, да? Вот. Вот она. Живая, короче. Весной за это самуется. Ну что, есть там? Один не нашел. Одну нашел только? Кушай, кушай. Кушай, кушай, писюнь вырастет большой, прибольшой будет потом. Это же как этот, блин. Ну, блин, я хочу покрупнее найти. Он маленький нашел. А я хочу покрупнее найти, чтобы еще больше все выросло. Сейчас посмотрим. Ну, как-то, блин, я замечаю, что только пузо и растет после 40, блин. Все остальное поменьше уже становится. Как-то так, блин. А после холодной воды вообще уже прячется, я не знаю, всего боится. Я офигею, короче, ра. Жизнь настала такая, ра. После 40 вообще, ра. Но надо грецкий орех хоть одну найти, чтобы
все это пережить. Неужели я влип? Неужели я влип, ребята? Не, я найду одну хоть. Крупную я найду. Я вот так хожу ногами, да? Я чувствую, что под листвой. Если она где-то спряталась, я его найду все-таки. А ну, а ну, а ну, а ну. Ох, почему мне так не везет сейчас? Походу я останусь таким же, блин, маленьким. И все. Блин. Господи, подари мне один грецкий орех. Эй. Здесь не упала. Случайно одна не упала здесь. Или мешки не спрятали нигде. И этот камушек, как назло, шестерка, блин. Надо искать. И нашел. Червивый нашел, это не считается. Это еще хуже будет. Ой, блин. Наводчик, иди помоги найти один орешек. Эй. Крупный орешек хочу. Нифига себе. Только мерзлые яблоки. Не, крупного. крупного не нашел. Почему не нашел, а? Нифига себе. Кажется, все уже, короче. Кажется, уже все. Конец света для меня наступает. Это не то. Эх, все. Все уже. Эрцали майс, вы ми пое. А до нахуй. Не, не могу найти. Ага, здесь нету, говорит. Ну, он же знает все уже. Где что? Когда? Ох. Ну все, ребятушки, будем считать, что будем, короче, считать, что доверимся природе, матушке природе. Все, природу не обманешь. Что хочет природа, то и с нами сделает. Очередное доказательство, ребятушки. Но всем желаю, естественно, как его, всем желаю, естественно, чтобы было все на 12 часов до 90 лет, ребята. А после 90 можно и до полшестого. Ну все, ребятушки, вот такие вот пироги. Мерзлых яблок наводчик трясет. Все, все, хватит, Митя, ты съешь их. Дроздам оставь. Шашвепс, да, утой, шашвепс, авто. Ну давайте, ребята, вот такие вот пироги, короче. Шашвепса, пускай дрозды кушают. Шашвепсара, зачем шашвей надо? Шашу это. Ребята! Я наступил, ребята, все равно. Поняли, ребятушки? Меня Бог не оставил, ребята. Поняли, да, ребятушки? Я наступил на него. Видите, как говорится? Господи говорит, помоги. Говорит, руками за это саму, и ты будешь, и тебе поможется. Я сейчас ногами за это самовал, и помогли мне. Все, я его обязательно скушаю сейчас.
целиком и невредимым. Даже с перепонкой, чтобы все это на 12 часов, чтобы было два раза. Видите? Перепонка тоже его. Да, кажется, ребята, что дробилка еще хорошо работает после 40. Так что нормально. А он мерзлых яблок кушает. Надо хорошо проживать, чтобы двойной удар не получился. Двойной удар, ребята, то есть, когда грузинский перец кушаешь, когда кушаешь, ударяет, и потом еще второй раз ударяет. Второй раз еще болезненно. А. Ну все, жена, держись. Ну все, ребятушки, пока-пока, короче. И т.д. и т.п.